Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня готовлю супер шоколадный и очень нежный кекс. Он так и называется – нежнее нежного. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Итак, для этого кекса мне понадобится для теста 100 грамм пшеничной муки, 25 грамм какао-порошка, 130 грамм сахарного песка, 80 грамм мягкого сливочного масла, чайная ложка разрыхлителя, 1 яйцо и 130 мл молока. Для крема я взяла 150 грамм сахарной пудры, 40 мл молока, 30 грамм какао-порошка и 70 грамм сливочного масла. Для теста смешаю сначала все сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и сахар. Перемешаю венчиком. Выложу сливочное масло. Все разотру лопаткой в крошку. Теперь добавлю яйцо и молоко. И перемешаю миксером. Перекладываю тесто в подготовленную форму. Ставлю выпекаться в хорошо разогретую духовку 180 градусов примерно на 30-40 минут. Смотрите на особенности своей духовки. Деревянная шпажка должна выходить полностью сухой. Пока выпекается кекс, я приготовлю крем. И для него мне необходимо взбить сливочное масло и сахарную пудру. Понемногу добавлю молоко. Теперь высыплю какао и снова все взобью. И вот такой крем у меня получился. Кекс выну из формы и дам ему полностью остыть. И только потом украшу кремом. Вот такой вот он, очень-очень мягкий. И поэтому такое название «Нежнее нежного». Теперь, когда кекс остыл, покрываю его кремом. И вот такой замечательный, очень шоколадный кекс у меня получился. Он полностью оправдывает свое название «Нежнее нежного». У него тающая шоколадная текстура. Она настолько бархатная и превосходная, что хочется есть его бесконечно. Этот кекс я посвящаю всем любителям сладенького, любителям чего-нибудь съесть к чаю, а также шокоголикам. Обязательно приготовьте, попробуйте, порадуйте себя и близких вкусным домашним кексом. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текстовый формат рецептов вы, как всегда, найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю под этим видео. Я всех благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения, отличного и вкусного чаепития. До скорых встреч и пока-пока!